buonasera. Dopo di vecchia. Questo l'abbiamo intuito. Volevo far vedere che... lei è Maria Semenova, onorato lavoratore di cultura, dottore in scienze pedagogiche, professoressa del Dipartimento di Pittura e Composizione dell'Istituto di Cultura e Arti dell'Università Pedagogica della città di Mosca. Membro dell'Unione degli Artisti della Russia e della Federazione Internazionale degli Artisti, International Federation of Artists, membro corrispondente dell'Accademia Internazionale delle Scienze e dell'Educazione Pedagogica, capo della sezione dell'Arte. Prego. Grazie. Совместно с Всемирным фондом искусства и Международным обществом художников ЗМАМ приглашают на объединенный международный проект «Недели искусств в Италии». Мы благодарим сеньора мэра города Джероне за приглашение проведения международной выставки, за укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. Проект включает несколько международных выставок. Это ассамблея пленеров, арт-география, это неделя моды, это международная выставка фотографий и Art Week in Italy, Visionary Art Trip. На этой выставке представлен целый ряд произведений российских художников. Это и зал реализма, в котором представлены заслуженные художники, академики, братья Максим и Сергей Сидоренко, и Майя Акварели, заслуженного работника культуры Марии Семеновой. Дальше мы привезли большую коллекцию авангардов. У Евразийского художественного союза открыто много представительств в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, а также в Китае, Таиланде и Индии. Мы представляем творчество современных художников и хотим, чтобы экспозиция вам понравилась и принесла удовольствие. Спасибо. Thank you.